Полное описание и точная дата выхода первой и второй серии нового сериала «Когда закончится февраль». Первая и вторая серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 21 февраля. Первая серия. Ольга Рябинина никогда не сможет забыть тот злополучный февральский вечер, разделивший ее жизнь на «до» и «после». Тогда она задержалась на работе, поздно возвращалась домой одна. Муж Кирилл и сын Петька ее не смогли встретить, и в подворотне на Ольгу напали трое бандитов. Очнулась она уже в больнице. От следователя она узнает жестокую правду и умоляет его не рассказывать ее мужу. Вторая серия. Кирилла приглашают работать в Америку. Он уезжает, забрав с собой сына. А Ольга остается одна, без денег и без работы. Наедине со своей депрессией она устраивается домработницей к одинокому профессору, который оказывается ее бывшим преподавателем. Он предлагает Ольге попробовать себя в новой сфере, стать социальным работником в кризисном центре для женщин. Напомним, первая и вторая серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 21 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.